Завтрак, как обычно, как всегда. Нет, как у меня сегодня шоколадная намазка. А у Сережи, как всегда. А у нас нет. Я имею в виду сам завтрак, как всегда. Всю жизнь. Завтрак, завтрак. Офигеть, как же мы так живем? Не знаю. Каждый день завтрак. Да. Ужас какой. Так, Лена с печеньем шоколадную эту намазку. У меня с хлебом. Ну, и там еще бабушкин кекс. И все. И чаек мы попиваем. И мы рассвет не встречаем. Что-то пошла рассвет, но думаю, нет, мы долго сегодня спали. А что, в школу не надо. Легли поздно, можно и подольше поспать. Кто нам запрещает? На улице солнце. О, да. Так это же вообще классно. Ну, так это совсем другое дело, это все меняет. Надо быстрее завтракать и идти на улицу. Правильно? Ну да. Правильно, да, смотреть на солнце. Потому что завтра его может не быть. Все, Сергеевна, иди кушать. Ребята, Сергей ходил по работе, по почтам и по пути зашел за хлебом. Хлеб белый, хлеб черный. Смотрю, овощи какие-то, перец болгарский, сладкий. 15 гривен. По 15, да? Да. А помидоры? По 35. Похоже на домашние какие-то. Помидоры, перчинка острая вон лежит. И какое-то вот такое вот мясо на бутерброды. Ого, нифига себе, кусмарь. Ребята, килограмм 160, буженина домашняя, килограмм 162 гривны на 116 вышел кусок. Ого, убить можно. Такие вот покупки. Альма, и да, и ты была на улице, я знаю. Ну, конечно, ты что? Ну, конечно, колбаса ты что? Колбаса надоела вам. Колбаса надоела, да? Да. Еще бы. Мясо. Конечно. Да. Больно? Все, не играю с тобой. Так, по местам все. Леночкин обед. Вермишельку доедает с подливочкой. Там немного мяса есть. И вот эту вот, которую папка купил, буженину с помидорком. Такой вкуснячий обед. Борщ она не хочет, который еще есть. Борщ с квашеной капусты. Лена не хочет, поэтому доедает то, что есть. Солнце уже садится, ребята. Перед обедом надо пробежаться немного. Вдохнуть воздухом. Собаки. Мамочка, так. Наша мать в кадре. Голова болит, да? Так, капец, второй день на таблетках, блин, достала эта головная боль. Что за фигня какая-то происходит? Пол головы так болит, блин, и все. Короче, у нас обеденный перекус, ребята. Бутерброды с тем, что ты купил, это мясо или буженина, что оно такое. Вот, и отварила яйца. Хотела смятку, но такое... Середнячок получился. Пойдет, мать, нормально. Да, и салат тебе, как ты просил. Все. Боже, что посмотреть? Что посмотреть? Сериал мы досмотрели этот. Да. Люди из прошлого этот. Да. Вот. Найти бы переписку, что мне там за другие сериалы какие советовали. Под каким видео надо вспомнить и пересмотреть эти комментарии. Что надо найти. Там еще какие-то сериалы советовали. Но их надо найти. Целая проблема. Что-то нам новое посмотреть надо, правильно? Ну да. Да. Собака рядом с тобой? Да, собака. Лапу лежит. Сегодня Лена кушала, она у нее кусок мяса стащила. Мы ее наказали, мясо отобрали и Ласе отдали. Наказано, правильно? Ну да. Да. И Ласке отдали. Вот я говорю, Ласа, держи, Альма для тебя. Добыла. Ну, Ласе понравилось, короче. Так, все, поехали. Так, ребятки, что, надо этот самый... Как обычно, готовить ужин. Блин, только пообедали, уже ужин готовить надо. Я так замерзла, меня так морозит, прямо вообще аж мурахи. Так холодно. Слушайте, была что-то вот... Вчера у мамы в гостях, ребята. Короче, потрогала мамины батареи, ну, отопление. То, что у нас отопление, это невозможно назвать отоплением.
Злости не хватает, блин. Платим одинаково все. Ну почему у нас так в городе, блин, кто-то получает... У нее, знаете, до батареи невозможно дотронуться. Трагишь, а вот так вот обжигаешься. А у нас держишь руку, она еле-еле теплая. И так в каждой комнате. Зараза, что за фигня, блин? Я говорю, у некоторых людей в квартире жарище, такая же окна открывают. А у нас, блин, одеваешь теплые носки, штаны. Это я сейчас одела халат, потому что вообще я дома хожу в свитере, блин, в штанах, в двух теплых носках. Так это еще и мороза нет, у меня на улице плюс 5 там или сколько. Я в шоке. Не могу согреться, замерзла. Сейчас вот из-за видео напялила халат, чтобы в свитере не быть как этот самый, как на Северный полюс. Ой, башка болит, выпила такую что таблетку, сейчас буду ждать, пока пройдет. Ребята, духовку буду использовать, поэтому делаю манипуляции, видите, да, сверху все убираю, так вот каждый раз, по принципу, мне иногда раздражает, что убирать надо сверху, и иногда ничего, я, типа, мирюсь с этим. Так, максимально вперед, вот так. А, мне понадобится вот этот вот противенек, сейчас я его сполосну немножко. Я хочу сделать картошку с мясом в духовке. Ну, типа, я не знаю, как нас по-французски, не по-французски, что это такое. Так, мы еще к врачу не записывались. Лена по-прежнему сидит на больничном доме, дома, потому что чуть-чуть еще нос у нее заложен. Иногда чихание. Ну, то есть надо, прежде чем в школу идти, надо полностью-полностью быть здоровой. Чтобы вообще никаких симптомов не было. Иначе, если не до конца долечиться, она может, не дай бог, еще раз дальше заново завалить и все. Так, что у меня есть, ребята? Фу, есть у меня вот оно, мясо. Вот, я его отбила, посолила, поперчила. Так, пока можно телефон сюда убрать. Ой. А, мясо есть, это есть. Нужно мне что? Так, а что? Лук нарезать надо. Картошка, лук, мясо, майонез. И вот так вот. Так, я же хочу посмотреть, там видео вышло одно, второе. Хочу посмотреть комментарии. Это что у мамы в гостях была, наснимала. Потому что неудобно было камеру бегать, включать, выключать. Наснимала. Не знаю, будет вам интересно, нет. Но мне нравится такое видео, потому что для меня, для памяти, оно останется. Как мы с мамой сидим. Там были вопросы, а где мамин муж, там и так далее, на работе. Просто Витя на работе. Витя, надо выйти. Хоть поглянуть. Чего-то там. Най-н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 ай. Так, я забыла, что мама ваша собирает насекомых. Я чуть в мониторе дырку не протерла, когда увидела жучка. Божья коровка вроде. А, я еще раз, я в прошлый раз показывала. Да, у мамы на, этот самый, на всей кухне, на стен, на потолке бабочки, на стенах эти самые жучки, паучки, кузнечики, ящерицы. Она вот это вот любит. Всякие, это самое, живность. Ну, живность, она не живая, но сидит на стенах. Поняли, да? Так, картошку давайте. Надо нарезать картофан. Оп. Так, я так вот потоньше буду нарезать, чтобы она побыстрее приготовилась. Вот так вот. Можно даже так вот. О, то что оно такое твердое. Пополам и вот так вот. Так, давайте еще почитаем. Юля, салат с тунца, как делает твоя мама? И еще, что салат с тунца? И еще вопрос. Креветки она промыла и залила кипятком, и все. Почаще о маме вспоминайте, звоните, в гости ходите. Спасибо за ваш комментарий. Креветки она просто, не знаю, я не заметила, промывала или нет, наверное, промыла. Вот, и залила кипятком и посолила. Вот это вот, ну, или соль добавила, и потом кипятком залила. Буквально вот на 2 минуты. Все, воду слила. Ну, креветки, кстати, обалденные. Лене не очень понравились креветки. Ей все же... О, вон еще луковица. Ей все же такие вот, которые черноморские, которые на море мы кушаем, свежие отварные. Ей нравится больше. А мне эти понравились. Очень даже классные креветки. Так.
Юль, классная у вас мама, модная, и квартирка у нее классная. Спасибо. Мама красивая. О, мама, я почитаю комментарии. Интересно, она читает комментарии? Че, она даже не знает, как читать комментарии, надо ей рассказать. Ой, так. Иннофанк. Доброе время суток, родная моя. А Леночка похожа на бабушку, счастливая. Счастье тебе, Ленок. На бабушку похожа, Лена. Надо Лене рассказать. Но на самом деле часто говорят, что Лена похожа на бабушку, а Лена при этом начинает, ну, так, нервничать. Чем я? Где на бабушку похожа? Возмущается. Не знаю, я, ну, не вижу. Со стороны, конечно, виднее. Похоже, не похоже. Я как-то не замечаю. Так, Юля, мама у тебя хозяюшка. Выглядит прекрасно, в доме порядок, уют, приятно смотреть. Спасибо большое, Татьяна. Так, девочки, так хорошо посидели, молодцы, мамуля есть мамуля. Наготовила, накормила. Здоровье ей крепкое благополучие. Спасибо, так? Мама, она накормит кого хочешь. И кто бы ни пришел, когда бы ни пришел, в любое время дня и ночи, внезапно, не внезапно, так даже без предупреждения, она всегда что-то найдет в холодильнике, у нее всегда наготовлено. Мама у меня такая, да. Так, да, стол королевский, мама симпатичная и работящая. Спасибо. Так. Как хорошо, у мамы в гостях. Я из-за короны уже почти год не была у мамы. Может, после этого Нового года попаду, не знаю. Офигеть. Да. Так. Мужчина с юмором. По мордочке видно, что Степа родственник Ласы. Да. Просто, видите, Степа крупный, а Ласка, она мелкая. Ну, все-таки девушка. Ласка мелкая. Так. Евгения Дмитриева. Вот у мамы, понятно, муж на работе. А у вас муж почему не на работе? Ну, в смысле, все в разное время занимаются теми или иными делами. Спасибо за ваш комментарий. Так. Юля, почему Сергей с вами не сходил? Я без своего мужа очень редко хожу в гости, особенно к любимой теще. Во-первых, Сергей был занят, это раз. Во-вторых, нам нравится делать такие вот девичники, когда просто, жалко, сестра не пришла, но нам нравится делать просто вот такие вот девичники, ходить, и ну, чтобы девчонки собирались. А вам не нравится такое? Нам нравится. Мама, как всегда, на высоте. Хозяйка отменная во всех смыслах. Вот с кого надо брать пример. Ну да. Спасибо за комментарий. Так. Юля, ладно, про креветки с пивком сказала, так еще и показала. Я давлюсь слюной, Наргиз Чернышова. Юля, как обычно, покажет, раздразнит всех. Ну, я такая, да. Так. Опа, опа, опа. Сейчас, ребята. Алло? Так, ребята, рассказывай, это же звонят. Короче, помните, да, что в прошлом году, я, кстати, в прошлом видео насчет стиралки говорила, и в прошлом видео сказала, что на Новый год мы брали стиралку. Вот, а мне написали, что перед Леном день рождения мы брали стиралку. Точно, я немножко на месяц примерно ошиблась. Короче, в прошлом году мы взяли стиралку, потому что моя старая стиралка перестала греть воду. Она работает, она воду заливает, выливает, отжимает. Отлично. Причем она не шумная, она очень тихая, в отличие от новой. Новая как самолет. Вот. И еще отличие, кстати, вот чем я недовольна, новая стиралка. Чуть больше, чем надо. Бляха-муха, загрузишь в новую стиралку, она, собака, не отжимает. Типа сильно большой перегруз. Я что делаю? А, открываю, белье хоть выжимай. Убираю лишнее, типа перегружена она. Хотя она на сколько, я не помню, килограмм там. Ну, короче, у нее бак больше, чем у моей старой. Вот. Достану лишнее какое-то, допустим, под одеяльник. Все, она пошла, она шурует, она отжимает отлично. То есть на перегрузы она такая слабоватая, поняли? А моя старая, сколько бы туда бывает, запихаю и подушку, и одеяло такое, знаете, ватное, типа пуховое, чи какое. Она все выжимает насухо, такая классная. Вот. И, короче, она у меня просто, почему мы поменяли? Она у меня просто перестала этот самый греть воду.
То есть нужно поменять тен, нагревательный элемент. Тен много лет не менялся, в принципе, никогда. Вот. И мы не стали за этим заниматься, и этот самый. Потому что там чуть-чуть сбоку есть такая ржавчина, ну, уже начинается. Ну, это беда в многих стиральных машинах, потому что ей уже много-много лет. Вот. И мы взяли новую стиралку, как бы, и это у меня год почти простояло. Вот. А так как мама мне... Блин, немного картошки, нормально. Так как мне сейчас мама, я вот на видео на прошлое говорила, хочет отдать свою старую стенку, я хочу поменять там... Ну, у меня вообще советская, древняя-древняя стенка. Мама говорит, ты эту выкинь, а эту этот сам поставишь. Вот. А у меня же там в комнате стоит эта стиралка. И занимает же место, ни туда, ни сюда, мне некуда деть. Думаю, блин, и у меня наконец-то дошли руки, я сегодня, это ж я собиралась ее продать, объявление дать. Ну, продать вот так вот, что нужно ее подремонтировать, поменять тен. Вот. И наконец-то сегодня дошли руки, я дала объявление. Дала объявление, и все звонят, ребят. Сейчас. Сейчас. Алло? Так, ребята, звонят, капец. Рассказываю, я наконец-то, сегодня у меня дошли руки, я взяла мобильный телефон. Нет, я сначала помыла стиральную машинку, ну, она в пыли, как бы, всю, год простоял, помыла, все протерла, все по этот самый. Вытащила этот отсек, где порошки засыпаются, его вытащила, помыла, все этот самое. Ну, Максим, он слегка от времени пожелтел внутри лоток, куда порошок засыпать, ну, так постаралась его отмыть, короче. Так, что мне надо? Подождите, я не могу и говорить, и это самое. Я хочу отдельно картошку посолить, поперчить и майонезом смешать. Мне так она больше сочнее получается, лучше как-то пропитывается. Я добавляю сюда соль. Короче, взяла Юля телефон, пофоткала стиральную машину. Выложила объявление на этих самых, причем на разных сайтах. Выложила я объявление штук, наверное, 8 на разных, поняли, да, источниках. Боже, как начали звонить, один звонит, я поставила, видно, низкую цену, ребята. Мне чисто от нее избавиться, мне некогда ей заниматься, она стоит, занимает место. Я ее ремонтировать не буду и продавать, поняли? Ну, после ремонта. Отдаю вот просто, лишь бы просто мне быстро-быстро освободить место. Сейчас, подождите, хочу что-то еще такое. Чтобы быстро освободить место. Я поставила, знаете, за сколько ее? За 500 гривен, ребята. Машинка стиральная 500 гривен. Вот. Короче, как начали звонить, один звонит, второй, третий. Короче, и мужчина звонил какой-то с Первомайска. Все, я завтра, короче, ну, с Первомайска мужчина говорит, ну там все рабочее. Я говорю, там все рабочее, все набирает, сливает, отжимает, отлично, не греет воду. Вот. Он говорит, ну мне в принципе, я беру ее как донора. Ну, видно, мужчина занимается ремонтом и как донора, ну, запчасти для других стиральных использует, еще что-то разбирает и запчасти там на что-то использует. А мне, блин, как на донора, мне как-то жалко ее давать. Она рабочая, тен поменять, она еще будет лет, не знаю, сколько пахать и пахать. Вот. Потом еще один звонит. Я завтра в Южный Украинец. Я завтра в обед пойду посмотреть. Потом женщина позвонила. Я после 6, после работы зайду. Вот сейчас жду ее звонка. Вот. А сейчас только что звонок, звонит женщина тоже, говорит, а можете придержать до 1 числа? Я в шоке. Мне кажется, я готова ее бесплатно отдать, лишь бы забрали. Этот самое. А можете до 1 числа? Я говорю, женщина, знаете, куча желающих, вот и тот должен подойти, и тот, ну, да, понятно, что не буду до 1 числа держать, ну, как есть. Я говорю, у меня вот женщина должна сейчас после 6 прийти посмотреть, но возьмет она, не возьмет, я не знаю. Она говорит, ну все, вы мне не перезвонить, будь ласка, если жінка та не забере, позвонить мне, я с мужем сяду в машину, с арбузинки приеду, заберу машину. Ну, короче, такое. Так что, может, сегодня и заберут. Ребята, 500 гривен. Много звонков, куча звонят. Наверное, это сильно... Я не знаю, я даже цены, когда ставила на продажу, цены не мониторила. Не смотрела вообще, почем бэушные машинки продают, почем машинки, которые нуждаются в ремонте и так далее. Я поставила 500 гривен. Короче, блин. И если сегодня вечером сейчас заберут, надо тому мужчине позвонить, чтобы с Первомайска завтра не ехал. А где его найти, надо? Я телефон уж не записывала, там куча входящих, как-то по времени. Он ближе к обеду звонил, сразу как я объявление выложила. Надо найти его номер, позвонить, спросить, здравствуйте, это вы мужчина с Первомайска, да? Не едьте. Ну, я не знаю, что мне неудобно, если он приедет-то. А машинки-то нет. А с Первомайска-то ехать сколько там, километров 50-60? Так, смотрите, на противенек я чуть-чуть налью вот так вот масло растительного. Короче,
И у меня уже голова такая, думаю, блин, наверное, в натуре погорячилась 500 гривен, а? А чё так много прям шквалы звонков телефонных, а? Наверное, что-то Юля протупила. Да и ладно, а что теперь? Ну, протупила и протупила, ребята. 500 гривен. Ну, судя, знаете, когда начинаю сразу трезвонить, значит низковатая цена. Ну, я всегда, знаете, как бы становлюсь на место человека. То есть, надо сейчас нанять машину, тоже заплатить деньги, ее тащить, забрать. Потом отдать, ну, понятно, кто-то может сам сделать тен, поменять. Во-первых, тен новый надо купить. Я не знаю, сколько он стоит. А вдруг он может стоить, наверное, гривен 300, например, этот тен обогревательный. Я не знаю цены. А вдруг 500 гривен. Это уже приплюсовывается, да? А если человек не сам будет делать, а отдавать мастеру, то это еще за работу мастеру этот самый. То есть в итоге, взяв за 500 машинку, человек еще вложит, да? Она ему уже не 500 обойдется, там, а 1000. А если еще и за машину заплатить, уже 1000 с чем-то. Ну, поняли, или за бензин там. Короче, я всегда как-то думаю, ну, за человека, что человек же не в 500 гривен уложится, а ему дороже выйдет же, надо тен же поменять. И вот поэтому как-то, и все-таки ей уже много лет, и там слегка есть этот самый. Ребята, немного есть ржавчина. Но она дальше не идет, она как бы есть и есть уже много лет. Но я уверена, что она еще, ну, много лет еще проработает. Я на низ немножко мяса, вот, сверху покрываю картошкой. Знаете что, я перестала наверх мясо ложить. Потому что наверху оно сильно ужаривается и аж заворачивается. Поняли, да? Поэтому я вот так вот делаю, смотрите. Разлаживаю, ну, стараюсь так равномерно. Вот, сверху я добавлю лук. Вот так вот его слегка разделив, так помяв чуть-чуть. Блин, а надо ж лук посолить. Вот так, вот так. Вот. И... Алло? Алло? Добрый день. Какая моя карта заблокована? В смысле? Добрый день, ваша карта заблокована. С ума сошла? Женщина-робот. Какая карта заблокована? Если у меня, вот интересно, да? Если у меня на этот номер телефона вообще ни одна из карт банковских не зарегистрирована. Представляете? А вон, окажи, ваша карта заблокована. Да мне начхать, что ты говоришь. Какая карта? Ни одна карта не привязана к этому номеру. У меня вообще на карту, вот, например, какого-либо банка, всегда карта оформлена на тот номер телефона, который вообще никто не знает. То есть это отдельный номер, этого номера телефона нет ни у кого, понимаете? Поэтому когда туда звонят, такой какой-то разводняк, я не знаю. Так, посолить. То есть у меня совершенно вообще по боку, что она мне сейчас сказала. Я посолю лук, я этот самый добавлю вот так вот перчик. Еще вот так вот. Вот теперь сюда я выкладываю мясо. Блин, я хочу, знаете что, немножко лук сбрызнуть еще чуть-чуть майонезом. Я не люблю, когда картошка сухая, немножко надо добавить. Вот так. И теперь мясо сюда еще выкладываем. Вот так вот. Оп. И теперь сверху пошел картофан. А что я не включаю духовку? Скажите мне, пожалуйста. Юля. Так что жду звонка сейчас женщины, которая после работы после 6 должна позвонить. Если не придет, то я не знаю, до скольки ее ждать. До 7 эту женщину. Если не придет, то это и в арбузинку звонит, не знаю. Так, духовка. Ага, она в розетку включена у меня. Все сверху я убрала. Включаем. Пока ставлю на 220, чтобы хорошо прогрелась. Выгружаю эту. Подождите. Надо равномерно, так, чтобы мясо закрыть, прикрыть. Вот, и готовится она будет примерно, не знаю, минут 45.
может быть 50, не знаю, как-то так. Картофан. Рискую я с обидой. Видите, я жаловалась, что этот пропенек к нему прилипает, да, ну, как бы пристает, потому что он без антипригарного. Ну, рискнула, посмотрим. В этот раз, видите, как бы много майонеза, она должна быть сочная, то есть будет сок здесь. И за счет этого, я думаю, что не должно оно там что-то прилипнуть. Так, вот так прям мясо закрываю. Потому что в прошлый раз я готовила, типа такого, не помню, что за блюдо я готовила, кто же. И мясо лежало сверху, и оно так вот скрутилось у меня. То ли у меня сильный жар в духовке, то ли что, не знаю, мне не понравилось. У меня еще есть сыр. Но знаете что, сыр этот самый, пластинками нарезанный. В принципе, можно вот так вот пластиночки уложить сверху, оно расплавится. Ну, я не знаю, можно ставить в неразогретую духовку картошку? Мне кажется, а что нельзя? Так, только вот это надо ж убрать. Вот это лишний. Ага, оно уже горячее. Так, вот я думаю, на середину ставить или чуть ниже? Пускай так вот чуть ниже будет. Вот так. Оп. Все. Все. Пошла жара. Сейчас пока 220, а потом я переключу на более этот самый. Фу, так что сегодня, может, машинку заберут. Устина Кимыч, Юля, мясо надо брать, завязывайте с колбасой. Но вот сегодня Сережка пришел домой, принес же буженину. Говорит, мать, надоела колбаса, я купил мясо. Буженину покупную принес. Твоя мама столько вкусняшек приготовила, у меня слюнки потекли. Хорошее настроение, прекрасного дня, спасибо. Добрый вечер, классно побывать в гостях у мамы. Я тоже уже очень давно покупаю свиную полутушу. И красота. У вас очень красивая мама, прекрасная хозяйка. Спасибо. Мама молодец, и шторы меняет, и мебель. Бери с нее пример, создай уют в доме. Или вам все равно? Да, мне все равно, ребята. Так, бабушка супер хозяйка, спасибо. Ваша мама уютна и встречает вас как дорогих гостей. Хочу тоже к вам ням-ням. Добрый вечер. Ну, у вас Лена и переборчиво. Даже это немножко злит. А маме респект. А что вас злит? Как может вас злить этот самый чужой ребенок? Для меня это непонятно. Так, спасибо, ребятки, всем. Хочу сказать всем спасибо за комментарии. Я маме расскажу, как почитать их. Если она не этот самый, не знает, как ей будет, наверное, приятно почитать и интересно, да? Все, пускай картошка готовится, я буду ждать звонка этой женщины.